Добрый день, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Сегодня в рамках серии вебинаров, посвященных техническому анализу и торговле без индикаторов по методам Price Action, расскажу о паттерне «двойной откат», но вначале предупреждение о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить к торговле на реальном счете, пока вы не изучили методы минимизации рисков. С более подробной информацией можно познакомиться на представленном слайде. Из этого вебинара вы узнаете, как формируется паттерн и как использовать его для входа в сделку. Во второй половине занятия можно будет пройти тест, при помощи которого вы сможете оценить свое понимание материала. Для теста вам понадобится только бумага и ручка. Скачать презентацию по сегодняшней встрече можно из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Презентация будет полезна тем, кто хочет улучшить свои результаты теста. Также в группе вы найдете много материалов по трейдингу в свободном доступе. Ищем вход на тренде. Подробно схему паттерна разберем для движения вверх. После отката внутри волны 1 цена формирует двойной откат. Получается что-то вроде отката внутри отката, после чего цена обновляет максимум. Если цена достигла уровня, это был бы паттерн «тест на откате». Кому интересно узнать больше об этой фигуре, посмотрите мой вебинар на канале Admiral Markets Price Action «Паттерн тест на откате. Полное руководство» от 19 июня 2020 года. Ссылка на ролик сейчас появится в правом верхнем углу. А теперь посмотрим пример паттерна на реальном графике. Смотрите, цена тестирует уровень, затем формируется двойной откат внутри первого отката. Какой особенностью обладает такая формация, изучим дальше. А сейчас посмотрим схему для тренда вниз. Для паттерна на продажу характерны те же три признака. Тренд вниз, цена формирует двойной откат и обновляет минимум. Посмотрим, что стоит за формированием паттерна. Вначале формируется откат, но цена не обновляет максимум и формируется максимум ниже предыдущего. Те трейдеры, что вошли в шорт и поставили свои стопы за локальный максимум, увидев сформированный хай ниже предыдущего, перенесут стопы за него, тем самым разряжая плотность заявок над локальным экстремумом. Таким образом, за максимумами формируется поле из стоп-лимитных заявок, но они размываются из-за того, что сформировался хай ниже предыдущего. Кто-то будет ими закрывать шорты, кто-то открывать лонг. Когда цена войдет в зону этих заявок, движение вверх ускорится, потому что стопы и заявки buy stop будут двигать цену вверх. Теперь посмотрим, как это использовать для входа в сделку. Первый вариант входа в лонг самый простой, когда цена на откате не пробивает уровень, а закрепляется выше небольшими свечами. Это подтверждает наличие поддержки, и тогда можем выставить заявку buy limit около уровня. Это стандартный вход на откате. Стоп выставляем ниже уровня. Шорт открываем по тому же принципу. Когда цена на откате не пробивает уровень и закрепляется выше небольшими свечами, тогда выставляем заявку sell limit около уровня. Стоп выставляем за уровень. Этот вход верный, но не учитывает второго отката. Поэтому сейчас рассмотрим вариант, когда входим уже после второго отката. У него есть своя особенность. Когда входим после формирования максимума 2, открываем сделку на пробой, выставляя выше него заявку buy stop, а стоп ставим ниже минимума. А теперь об особенностях. Так входить можно только в том случае, если расстояние до ближайшего максимума будет как минимум в 2 раза больше риска. В таком случае вход на пробой обоснован. Для входа в шорт работает тот же принцип. Прибыль должна быть больше риска как минимум в 2 раза. Теперь, когда вы познакомились с теорией, попробуйте пройти тест для закрепления материала. Для прохождения теста понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнение каждого упражнения у вас будет примерно 7 секунд. Это время условно, так как лучше всего при первом прохождении теста видео ставить на паузу. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, не страшно, пересмотрите ролик, в паузах делайте остановки, используйте презентацию к этому видео, презентацию можно скачать из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Также приглашаю вас принять участие в моих бесплатных вебинарах, которые проходят каждые 2 недели по четвергам на площадке Admiral Markets. Там вы сможете задать мне свои вопросы вживую. Для регистрации переходите по ссылке в описании к этому видео. Приготовили бумагу и ручку? Прекрасно, тогда начинаем. Посмотрите на график и найдите на нем двойной откат.
Готовы? Время пошло. Кто нашел паттерн, поставьте себе 1 балл. Это было не очень сложно, следующий вариант приготовил посложнее. Второй пример, задача та же. Найти паттерн. Готовы? Начали. Кто нашел двойной откат? Очень хорошо. Кстати, а вы не видите на графике еще один паттерн? Подумайте и своими мыслями поделитесь в комментариях. Третий пример. Готовы? Начали! Нашли? Очень хорошо. Подумайте, где на этом графике, на ваш взгляд, было еще хорошее место для входа. Напишите в комментариях к ролику, где бы вы заходили. Четвертый пример. Помните, мы ищем двойной откат. Готовы? Тогда начали! Получилось? Молодцы! Обратите внимание на волатильный участок графика. Когда вы видите такие свечи, лучше всего в подобной ситуации на этом инструменте не торговать. Пятый пример. Не самый сложный. Готовы найти паттерн? Отлично, тогда начали! Пробой уровня, откат, затем еще откат, думаю, многие нашли этот паттерн. Обратите внимание, что еще можно было хорошо войти на откате сразу после пробоя уровня. А теперь небольшой вопрос. Как вы думаете, в каком месте правильно было войти? В первом, втором или третьем? Не случайно спрашиваю про вход на откате, дело в том, что сегодня мы его разбирали. И этот вопрос тоже в рамках закрепления материала. Напишите свой вариант в комментариях к ролику и попробуйте его обосновать. Шестой пример. Готовы? Время пошло. Тоже не очень сложно. Молодцы, кто нашел. Ставьте себе плюс и идем дальше. Седьмой пример. Помните, что ищем паттерн на тренде. Готовы? Начали! Удалось найти? Отлично, кто нашел, очень хорошо. Кстати, здесь есть еще один паттерн, сформированный на уровне. Но я его не отметил. Как вы думаете, почему? Напишите в комментариях к ролику, согласны вы со мной или нет. И если нет, то почему? Ну, в принципе, если да, то тоже почему. Восьмой пример. Приготовились? Начали! Нашли? Молодцы! Пишите себе плюс, двигаемся дальше. Девятый пример. Готовы? Начали! Этот пример не должен был вызвать сложностей. Кто нашел, поставьте себе плюс. Десятый пример. Готовы? Время пошло. Смотрите, есть очевидный уровень, пробой которого подтверждает смену тенденции. И на уровне сформировался паттерн. Осталось немного. Приготовились. Начали. Обратите внимание, что на пробое уровня цена сформировала паттерн. Но даже если вам не нравится входить на этом паттерне, вы всегда сможете прибыльно войти в сделку на откате с подтверждением. Кому интересно узнать подробнее об этом паттерне, смотрите мой вебинар на канале Admiral Markets Price Action Паттерн откат подтверждение полное руководство от 9 марта 2020 года. Ссылка на него сейчас появится в правом верхнем углу. Друзья, мы на финишной прямой. Остался последний пример. Приготовились? Начали!
Нашли паттерн? Очень хорошо. Ставьте себе плюс. А теперь настало время подвести итоги и подсчитать результаты теста. Если вы набрали 2 балла или меньше, сделайте паузу и пересмотрите ролик. Скорее всего, вы спешили и не дали себе времени подумать. Если вы набрали от 3 до 6 баллов, неплохо, но можно еще все внимательно проработать. У вас есть хороший запас для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 7 до 9, это хорошо, но и его можно улучшить. Если вы набрали 10 баллов и выше, поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить, сделав свои скриншоты графиков. Или скачайте презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже» и на графиках сделайте упражнения на время. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы и лайки мотивируют выпускать ролики на тему Price Action и теханализа. Подписывайтесь на канал Admiral Markets и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!